Друзья, всех рад приветствовать. Мы находимся в BMG Drive, и перед вами снова небоскреб. Почему снова? Потому что в прошлый раз, друзья, здесь у нас прыгали самоубийцы с балконов, но прыгали они на мягкие кубики, которые постелили служба спасения. Обязательно, друзья, посмотрите прошлый ролик, кто не смотрел. Ну и, естественно, по вашим комментариям, ребята, я продолжаю эту тему, этот выпуск, но на сегодняшний день, друзья, да, полиция приехала, понятное дело, но помочь она здесь никак не сможет. Только вот на свою камеру может все записывать вот здесь вот, да, фиксировать скорость падения, так сказать, превышают они или нет. Но падать они будут не на кубики, не на батуты, как многие подумали, наверное. Нет, они будут падать непосредственно на крыше автомобилей, которые припаркованы прямо у подъезда. Ну, понимаете, все хотят встать поближе к подъезду, чтобы вышел одной ногой, там, если дождик, сразу сел в свой автомобиль. И большинство ставит машины прямо конкретно у подъезда. И сегодня центр внимания, друзья, у нас автомобиль непростой будет. Это Cadillac Escalade, да, для того, чтобы, ну, все-таки крыша побольше, чтобы была, чтобы посмотреть результат. И, естественно, друзья, прыгать у нас вновь будут 7 самоубийц, которые будут прыгать непосредственно с разных высот. И самый у нас опасный прыжок будет совершаться с 35 этажа, непосредственно с крыши этого небоскреба. Ну, в принципе, в прошлый раз у нас, по-моему, только один или два человека погибли. Опять же, по нашему экспертному, в кавычках, мнению. Посмотрим, что у нас сегодня, друзья, будет здесь. Итак, друзья, у нас первый самоубийца. Я сразу вам скажу, что мне будет очень тяжело понимать, разбился человек, не разбился, насмерть, не насмерть, потому что, господа, ну я не знаю, как это даже комментировать, честно говоря. Это да, первый прыжок, я думаю, что учитывая, что головой вниз, но не смертельный, по моему мнению. Сразу скажу, что на кубике, когда человек падал, еще можно было как-то там предполагать, да, но когда человек падает конкретно на машину, кажется, что все люди погибают. Но хочу заметить, наверняка многие из вас знают новость о том, что недавно произошел случай, где с 19 этажа упал человек на крышу автомобиля и не погиб. Там какой-то легкий, по-моему, переломчик, что ли. Он встал, пошел спокойно в скорую помощь. Был такой случай, именно поэтому я решил, друзья, повторить это и посмотреть, что происходит. И здесь у нас прыжок оказался со второго этажа. И, в принципе, он даже не принес никаких визуальных проблем нашему Кадиллаку. Поэтому, полиция, забирайте, пожалуйста, нарушителя, пока он не убежал. Ну, а у нас, друзья, следующий суицидник, который будет уже совершать прыжок с пятого этажа. А вот здесь уже, друзья, серьезненько все. Но здесь вы должны понимать, что это уже пятый этаж, господа. И скорость, разумеется, здесь будет намного выше. Ой-ой-ой. Попадаем на крышу. Ровненько, друзья, причем. И здесь мы уже видим результат. Слушайте, я не думал, что я попаду настолько идеально. То есть мы даже не на край попали, да, крыша, а именно ровненько прилетели. Вот здесь еще раз скажу, мне судить будет очень тяжело. Здесь, наверное, больше на ваш суд, но мы понимаем, что крыша, проминаясь, да, она очень сильно гасит удар. Да, это словно, можно сказать, прыгнуть в сугроб, но последствия есть. В принципе, машина пригодна, остается дальше для эксплуатирования, но крыша помята и надо ремонтировать. А вот данный человек у нас есть вероятность все-таки, что выжил. Я не буду констатировать его смерть, поэтому, ребята, пожалуйста, забирайте. Аккуратненько, чтобы на другую машину не попал. Так, и получается, что у нас крыша подмята. Я бы, честно говоря, для чистоты эксперимента, наверное, обновлял, да, наш Кадиллак, чтобы было понятно, насколько влияет прыжок с какого этажа. Но заметьте, да, то есть здесь уже у нас крыша прогибается. Хотя это всего лишь пятый этаж и прогибается достаточно серьезно. Конечно, у меня нет стопроцентной, друзья, уверенности, что конкретно наш третий суицидник упадет именно на Cadillac Escalade. Но следующий автомобиль за ним, это уже, извините, Lamborghini Urus. И у нас скорость 76 км в час, и он уже падает на краешек. Прогинается крыша, ноги попадают на заднюю часть автомобиля, и здесь мы видим, что прогиб намного сильнее, заметьте. Но последствия, в принципе, не настолько разительные, учитывая, что это уже был, господа, 10 этаж. До этого был 5, сейчас 10 этаж. Видим, что, конечно, прогнулась крыша серьезнее, но, опять же, автомобиль готов к эксплуатации даже после таких последствий.
И говорить о травмах, понятное дело, тут с ногами точно беда, 100%, а выжил или нет, не могу констатировать, еще раз говорю, поэтому на всякий случай наручники на него, пожалуйста, наденьте, господа полицейские. Вот, друзья, не читая той новости, скажи мне кто-нибудь, что человек прыгнул с 15 этажа и упал, пусть даже на машину, я в жизни не поверю, что он бы выжил. Ну не поверю я, господа, не по скорости, посмотрите, уже под 90 км в час. Кстати, мы, по-моему, не попадаем ровно, но краешек, ох ты, а вот здесь, друзья, перелом, ну таза как минимум. Мы не попали конкретно на крышу сейчас. Вот здесь я могу уже с уверенностью говорить, что он, скорее всего, погиб, потому что попали ровно в стойку. То есть он сел конкретно на стоечку вот эту вот. А здесь, конечно, видите, деформация крыши не настолько сильно была, и, соответственно, даже стеклышки не полопались, что интересно. Но при этом, друзья, мы получили, я думаю, травмы несовместимые с жизнью. Мы должны рассматривать ситуацию, когда человек попадает непосредственно на крышу автомобиля. Поэтому прыгнем еще разочек. Ну а если вы думали, что так можно прыгать только в BMW Drive, то глубоко ошибаетесь. Еще круче это можно сделать на серверах Радмира. Открытый мир позволит вам совершать прыжки с множества экстремальных точек. Но желательно делать это с парашютом, чтобы ощутить весь драйв и адреналин. Приобрести его вы можете в магазине, а подняться на высокие точки с помощью вертолета. Также не забывайте, что для вас открыт весь мир. Здесь вы можете приобрести дом, автомобиль, развить свой бизнес и строить свою империю. Обязательно присоединяйся по ссылке в описании, также там будут и ссылки для скачивания этой игры на телефон. Не забывайте в игре указывать мой промокод BMNG, за который при достижении 4 уровня вы получите деньги и две замечательные кепки BMW и Mercedes. Я играю здесь уже 6 лет и буду очень рад видеть вас. Приятной игры! Опять же, друзья, наша задача заключается в том, чтобы человек, который упал с подобной высоты на автомобиль, выжил. Ну, хотя бы, чтобы вы примерно понимали, что это возможно, что есть вероятность такая. Заменил, друзья, автомобиль, заменил его по причине того, что здесь у нас что-то со стеклами произошло, а здесь стекла чистенькие, хорошие, да еще и у нас панорамная крыша, ровное падение. Ровное падение. Кстати, высота была очень большая. 15 этажей, приземлились мы, конечно, ровно, но при этом крыша прогнулась не так сильно, как у Escalade. Это было прекрасно видно, и более того, мы не пробили панорамную крышу, что еще странно. Ну, слушайте, отдача, учитывая 15 этаж, мы видели в реальности, что происходит с машиной, на которую падает человек. Здесь, мне кажется, он должен был войти в салон, учитывая, что вес человека 75 килограмм составляет. А здесь мы видим, в принципе, ну, повреждения, но не такие большие и, в принципе, даже не критичные, я бы сказал. Зато, друзья, мы можем сделать определенный вывод, что от автомобиля тоже зависит многое. Да, давайте все-таки для, опять же, чистоты эксперимента использовать один и тот же автомобиль. Не будем обращать на ситуацию со стеклами, так ровненько вроде летим. Хорошо, вот это приземление, вот! Вот это я понял. Вот 15 этаж, господа. 15 этаж. Видно перелом ног, конечности переломанные. Но может ли вот эта вот ямка, вот это вот смягчение удара, оставить его в живых? Не знаю. У меня сомнения. Но смотрите, сейчас даже пострадало еще и лобовое стекло. То есть оно прям потрескало. Здесь уже деформация пошла по всему кузову. Если посмотреть в салон, то, в принципе, ну, ездить можно. Ездить можно, разбито лобовое, причем треснуло. Заметьте, не боковые. Боковые стекла у нас остались целыми. А лобовое треснуло. Это, конечно, любопытно. Хотя видно прекрасно, что стойки серьезно повреждены. И повреждены также стекла сами по себе, но какого-то хрена они не лопнули. Конечно. Конечно, мы сделаем вывод, что он выжил, поэтому забирайте. Забирайте скорее, пожалуйста, его, пока он не уехал на такси. Куда-нибудь от вас подальше. Забирайте. А мы, друзья, переходим уже к 20 этажу. Мне кажется, мы сегодня его добьем. Правда, вот с такой высоты уже, друзья, будет трудно, мне кажется, попадать непосредственно на Кадиллак. Хотя летим некрасиво. Нет, ох ты, в минус фара! Оторвалась фара, но здесь я абсолютно уверен, что человек погиб, потому что мы просто провалились между машин, но при этом мы головой снесли фару
от Cadillac Escalade, друзья. Но вроде другие машины не повредили, хотя вмятинка вроде есть или нет, или мне кажется. Да, есть небольшая деформация, видим, да, тоже повреждена дверь, видно прекрасно. Но опять же, это мы упали неудачно. Естественно, друзья, мы будем с вами добиваться ровненького приземления. Для чистоты эксперимента, и мы падаем уже, слушайте, ближе к лобовому. Пробиваем тут же лобовое стекло, но здесь очень неудачное падение сейчас было. Но мы промяли достаточно серьезно лобовую сторону, да и вообще, в принципе, я не знаю, можно ли так ездить. Мне кажется, было бы не совсем комфортно, потому что пролом крыши с 20 этажа при прыжке дошел практически до монитора, посмотрите. Практически монитор коснулись. Обалдеть, вот это уже прыжочек. И этаж 20, с которого, опять же, исходя из новостей, человек смог выжить, упав подобным образом. Но, кстати говоря, хочу заметить, что в принципе, ну, последствия похожи. Опять же, там, наверное, человек, может, больше весил, потому что 75 килограмм. Ну, что-то есть похожее. Вот по деформации что-то есть похожее, я вам так скажу. Поэтому, в принципе, физика здесь более-менее с этим играет хорошо. Но у нас есть и еще выше этаж. Поэтому в срочном порядке, господа полицейские, наручнички. Наручнички на нарушителя. Спокойствие. Давайте надевайте скорее, пока он опять же не убежал. Окей, следующий прыжок. О, не знаю, господа, 25 этаж. Ну, здесь я такого уже точно не слышал. С 25-го, чтобы выживали, падая на машину. Ровненько, друзья, приходимся на крышу. Кстати, удар вроде неплохой. Правда, лицом вниз. Вот это вот проблема. Я думаю, что вот из-за конкретно вот этого удара лицом о вот эту часть крыши, здесь происходит смерть. Да, скорее всего, опять же, надо приземлиться более-менее удачно, но скорость у нас была, опять же, практически такая же, под 115 км в час. Крыша прогнулась, конечно, сильнее, в принципе, ситуация достаточно повторяется сильно, хоть мы и упали ближе к центру крыши, но прогнулась она очень серьезно, но не до сидений салона. Вот что интересно, господа. То есть, в принципе, у нас уже практически 30 этаж, а машина до конца не гнется. Мы можем, конечно, попробовать другие транспортные средства ради интереса. Но давайте теперь у нас прыжок совершит человек с 35 этажа уже. А этого на всякий случай тоже забирайте скорее. Скорее, пожалуйста. Пока он не убежал. Ага, все, убежал. Ну что, пришло время самого отчаянного, который прыгнет у нас с крыши непосредственно. И здесь скорость, я думаю, уже будет немного, да побольше. Да, уже даже больше, друзья, со 120. Но опять же, мне кажется, не очень удачное падение головой вниз. Это прям очень плохо, удар происходит. Ох ты! Ну это один из серьезнейших ударов, господа. Есть вероятность, что до сидений в салоне дошло. Но это 35 этаж, как вы понимаете. Его смотрите, как аж сложило. Но крыша очень сильно взяла на себя удар. Очень хорошо смягчила его падение. Но учитывая, опять же, визуальную деформацию, не сказать, что он выжил на самом деле. Но вот здесь уже в салоне беда. Вот здесь уже вот так, мне кажется, не поедешь. И эксплуатировать можно, конечно, но также у нас треснуло и лобовое стекло, как можете заметить. Но прогнулась крыша на полметра, мне кажется, точно. Даже больше. Ну, естественно, стойки, посмотрите, той же крыши, да, все стойки погнуло. Очень серьезный удар пришелся, а это, напоминаю, всего лишь 75 килограмм чистого веса. Но я думаю, друзья, после всего этого мы должны с вами также посмотреть падение с крыши непосредственно на Porsche Cayenne с панорамной крышей. Посмотрим, какой результат будет от этого падения. Пробьет ли хотя бы, да? Но здесь крыша жестче, я это прекрасно понимаю. Получаем удар, солнышко отсвечивает, слушайте. А удар-то у нас серьезный. Так, господи, куда ни повернись, везде солнце. Но ударся, да господи, да уйди, уйди. Блин, откуда луч света? Это что за райский луч? Хорошо, слушайте, но не пробил. Я так понимаю, у нас крыша все-таки не из стекла. Как вы понимаете, да, здесь какая-то пластмасса, мне так кажется. Потому что, по идее, ну, это все-таки стекло, оно должно разбиться. Но крыша здесь явно жестче. Но здесь у нас пострадало и багажное отделение. Кстати, смотрите, у нас вот,
Здесь прекрасно видно, друзья, что крыша прогнулась, именно дальняя часть крыши, плюс разбилось у нас непосредственно стекло сзади, и он у нас вообще повис. Заметьте, ох ты, у него нога сквозь щель прошла между дверью, да, она провалилась прям туда, ничего себе, интересный расклад, конечно, получился. Но вот это, я думаю, удар был бы смертельный. Ну и по старинке, друзья, прыжок со стратосферы. Я так его называю, потому что здесь мы берем, ну, максимальную скорость. Да, у нас там было 120-125, здесь скорость берем прям по максимуму. Летит у нас 160 км в час. При удачном раскладе, если лететь головой вниз, мы определили, что даже бывает и под 170. Здесь мы замедляем сейчас ход. И наш Кадиллак подставим ровненько крыше и посмотрим, что бы в этом случае. Потому что мне кажется, что машина может разделить пополам. Понятное дело, друзья, чтобы попасть с такой высоты на машину, нужна невероятная удача. Поэтому быстренько поставляем Кадиллак и на этой же скорости в 160 км в час прилетаем в крышу Кадиллака. По-моему, это самый идеальный прыжок за сегодня. И 160 км в час сделали свое дело, господа. Вот, пожалуйста, вы видите весь результат. Здесь, мне кажется, уже на метр прогнулась крыша. Я думаю, так ехать точно уже нельзя. Но, в принципе, 75 килограмм дают о себе знать. В любом случае, друзья, все эти ситуации похожи. И даже при прыжке на машину выжить шанс настолько мал, что это даже по сути не обсуждается. Это просто случайность. Бывают люди выживают, падая из 15 этажа в сугробы, тоже выживают. Много всяких интересных случаев есть, которые один на миллион приходится. Поэтому не стоит прыгать в сугробчики и на машины. Ни в коем случае, друзья, ни в коем случае. Как развлечение-то не используйте, пожалуйста. Ну и, естественно, если вам ролик понравился, то обязательно свой лайк поставьте, поддержите этот ролик, пишите также свои интересные идеи в комментариях. А я же, в свою очередь, каждому из вас благодарен за просмотр. Желаю всем удачи и всем пока. Пока.